Всех приветствую, это пират, и сейчас я объясню, почему вальсы есть смысл зачаровывать, ну ладно, модифицировать, только на взрывной тип урона. Прямой, никакого вида, на них особо значения не имеет. Вот есть у меня вальс с взрывным 16, прямым 9 и прямым по кабине 14, то есть у него взрывной 16 и прямой по кабине суммарно будет 23%. Здесь взрывной 16 и просто взрывной 8. То есть разница в том, что у этого 8 взрывного, у этого 23, то есть в 3 раза больше именно прямого. Давайте сравним. Тестировать будем на кабине холодильник. У нее одинаковый резист к обоим типам урона. По-моему, 5%. Да, еще раз. 980, грубо говоря. Иногда 1000 вылетает. Ага. Теперь возьмем вальс, у которого 8% взрывного урона. Видите? Стабильно вылетает 1000. Можно сказать. То есть 8% взрывного урона на вальсе ощущается больше, чем 23 прямого. Ну и тут понятен вывод, что лучше хотя бы, ну что лучше такая модификация, чем, скажем, даже такая, которая казалась бы более идеальная. Ну в целом на этом все. Вот, других вальсов у меня нету. Вот резист холодильника. Нет, погодите. И здесь вот они. 8% к генетическому и 8% к осколочному. Конец ролика.